свалке, нас уже достало, я думаю, куда только не обращаюсь, кому только не писали, никакой помощи нету, не знаю. Вообще невозможно здесь дышать. Постоянно вот этот дым, и дети болеют, все болеют. Иногда тушат его, а потом смотришь, опять поджигает. Кто его поджигает, зачем поджигает его? Ну, здесь невозможно дышать вообще. Постоянно вот ветер оттуда идет, прямо на нас идет. Когда ветра нет, вообще полностью ложится сюда. Когда чуть ветер хоть немножко более-менее дышать можно. А так, когда ветра нет, вообще дышать невозможно. А по поводу жалоб на здоровье, какие бывают у людей жалобы? Конечно, жалобы есть. Раньше вот у нас медсестра говорит, 10 лет там даже 2 случая было, онкология. А сейчас 20-30 случаев. В одном поселке вашем, да? В нашем поселке.